Но вернемся к нашей республике, ведь на этой неделе и в Татарстане много кадровых новостей. Три новых министра и смена глав в двух районах. Давайте посмотрим, кто пришел и ушел. Новым министром экономики Татарстана стал теперь уже бывший министр экологии и природных ресурсов Фарид Абдулганиев. Между прочим, уже доктор экономических наук. Его сменил Александр Шадриков, теперь уже бывший глава Дрожжановского района. Перемены и в руководстве Министерства лесного хозяйства. Новым руководителем ведомства стал теперь уже экс-глава Нурлатского района Татарстана Равиль Кузюров. Вместо него рулить в районе будет Алмазахметшин, ранее занимавший должность заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. По всем прогнозам, в Казань должен был вернуться и глава Альметьевского района Айрат Хайруллин. Но, как рассказал президент Татарстана на отчетной сессии района на этой неделе, Айрат Ринатович предпочел остаться в Альметьевске. И нам остается только гадать, то ли его не устроил вес предлагаемой должности, или он хочет успешно реализовать свои проекты в Альметьевском районе и вернуться в столицу на качественно иной уровень, чем министр. Стартовая площадка столицы нефтяников такие возможности предлагает. Мы попросили наших экспертов оценить все эти кадровые перестановки. Как может человек с экологией перейти на экономику? На мой взгляд, это нормально, потому что это отраслевое министерство, ну и дальше он переходит уже на министерство, которое осуществляет стратегические функции или владеет хотя бы частью этих функций. И самое главное, что значит, нынешний министр экономики, экономист по образованию, человек, который знает экономику. Никаких стрессов нет, это горизонтальное перемещение. Тот, кто прошел муниципальную службу, он может фактически либо министром работать, потому что у него особенно крупный район, все службы там проходили. Поэтому все ребята очень активные, очень грамотные и все с амбициями.